Первоначально он был в коллекции Ульяновского зоопарка, а более 150 видов. Ульяновский зоопарк первым встретил туристическую группу из Татарстана, Самарской и Ульяновской областей. Такая вот сборная, первая по счету, приехала в 73-й регион благодаря нацпроекту «Туризма, индустрия, гостеприимства», а точнее программе «Больше, чем путешествиям». Она разработана для поощрения самых активных и талантливых людей со всей России, участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Это наш образ жизни, участвовать в различных социальных активностях, помогать добром, делать мир наш лучше и прекраснее. Рысаевы – семейные волонтеры из Казани. В социальных проектах участвуют много лет. Право отправиться в большое путешествие заслужили победой в одном из конкурсов на платформе «Россия – страна возможностей». Путешествием наградили и учеников Тимирязевской школы Ульяновского района. Я в нашем, да, здешнем зоопарке абсолютно впервые. Здесь множество, большое количество удивительных абсолютно животных. Никогда таких раньше не видел. И птицы, и млекопитающие. И вот сейчас в экзотариуме просто шикарно. А это англо-нубийские козлы, с которыми... который пытался со мной сейчас познакомиться, с которыми можно сделать совместное фото. Ребят, подыграйте. Он уже попробовал меня на вкус. Ну как, понравилось? Головой мотает. Это путешествие вызвало массу положительных эмоций, несмотря на то, что оно только-только началось. Ну, природа красивая у нас в Ульяновске, зоопарк очень хороший, прям горжусь. Ежегодно более 50 тысяч человек со всей страны отправляются в уникальные путешествия. Приморский, Хабаровский край, Мурманск, Калининград или Крым. География поездок охватывает 79 регионов. Для выбора доступно 960 программ. Наша область подключилась к большому проекту в этом году. Познакомиться с регионом можно по двум маршрутам. Экологичный Ульяновск – это экскурсия по историческому центру, посещение зоопарка и нацпарка Сенгелеевские горы. Второй тур познакомит с Ульяновском промышленным. Программа промышленная – это однодневный маршрут, в рамках которой ребята посетят некоторые промышленные предприятия. Конечно же, музей завода УАЗ, который, ну, наверное, мечтает практически каждый мальчишка, который увлекается автопромом, побывать на этом легендарном заводе. Больше, чем путешествие, программа, благодаря которой тысячи молодых людей могут увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимый проект и найти новых друзей. Больше, чем путешествие! Ура! Екатерина Терещенкова, Сергей Рябухин, репортер 73.